памятная дата военной истории России. 9 февраля. В этот день, в 1904 году, русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» дали бой японской эскадре, 6 крейсерам и 8 миноносцам в бухте Чемульпо в Желтом море. Силы были слишком неравны, но русские моряки пред врагом не спустили славный Андреевский флаг. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван.